Приказом Министерства спорта Российской Федерации 15 января 2015 года номер 3 за большой вклад в развитие физической культуры и спорта присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» Дубровину Вячеславу Викторовичу, тренеру специализированной детской и юношеской спортивной школы «Хоккейный клуб «Северсталь» города Череповца». Единственный тренер по хоккею, он меня воспитал. Благодаря ему я получил звание кандидата спорта, кандидата мастера спорта Российской Федерации. Благодаря ему я состоялся как человек, как руководитель, ну и как губернатор. Вот, значит, все души благодарю. И меня как губернатор. Значит, сегодня такой торжественный день. Я получаю звание заслуженного тренера России из рук своего первого воспитанника и первого моего выпуска, который я начал работать с 76 года. И это мой первенец. О нем я могу коротко так сказать. Трудолюбивый, настойчивый, устремленный. Сожалею, что он не остался в спорте. Но и его вот сегодняшняя профессиональная деятельность говорит, что он выбрал правильный путь.